Просто мы вяжем предложение со Светой. Просто вяжем предложение. Весь рассказ о себе мы уложим на вот этой вот нитке. Она кажется длинной, но на самом деле нам ее даже вряд ли хватит. Who are you? I'm Sveta. Да, рассказывай нам, что ты делаешь и сколько петель у тебя, почему? Три петелечки будет, потому что... Три слова. Да. Первое слово какое? I. Свяжи его. Связала? Да. Да, дальше. I. Дальше какое? M. M. Это что у нас откуда взялось? Is to be. Да. М для я, да? Да. А. И Света. Да. Три петли. У тебя уже три? Три. Айм Света. Теперь давай придумаем какой-нибудь там узелочек или что-то красивое. Ты хорошо вяжешь для пробела. Я тренер по фитнесу. Как это сказать? Произноси дальше. M. Слышишь? Да. Э. Э. Да. Фитнес. Угу. Коуч. Ага. Теперь сначала сама прочитай, что там у нас написано. Что у нас написано на веревочке? Что мы взяли? Так. А сначала? Да, да, да. I'm Sveta. Угу. I'm a fitness coach. Так, дальше что мы еще можем сказать? Я люблю здоровую еду. I like healthy food. Я хочу путешествовать по всему миру. I want to travel all over the world. The world. Да. У тебя не больше получилось? Нет. Петелек? А ну-ка, посмотрим, что там получилось. Так. I want to travel all over the world. А сколько всего слов? 8. О, видишь, какое длинное предложение. Ух. Это узелковое письмо у нас. Я это называю связывать слова в предложение крючком. Я выдумала такой метод.